Собор Святой Софии – один из монументальных памятников истории, которому удалось выстоять до 21 века и не потерять своего величия. Первые две церкви, возведенные на месте современной святыни, простояли всего несколько десятков лет, и оба строения были уничтожены крупными пожарами. Третий собор начали отстраивать в VI веке при правлении византийского императора Юстиниана I. В строительстве сооружений было задействовано более 10 тысяч человек, что позволило возвести храм таких невероятных масштабов всего за 5 лет. Собор Святой Софии на протяжении тысячелетий в Константинополе служил церковью Византийской империи. В 1453 году султан Мехмед, завоевав Константинополь, не стал разрушать строение. Он преобразил церковь в мечеть, и на протяжении 500 лет собор Святой Софии служил Османской империи главной городской мечетью. После раскола Османской империи и прихода к власти Ататюрка в Айя София начинаются работы по восстановлению христианских мозаик и фресок, а в 1934 году ей присваивают статус музея и памятника византийской архитектуры, который становится символом сосуществования двух великих религий. 10 июля 2020 года по указу президента Турции Айя София официально стала мечетью. История музея настолько богата, что кратко описать ее практически невозможно. И ни одно фото собора Святой Софии в Стамбуле не способно передать то изящество и атмосферу, что присущи этому месту.